Свобода слова – одно из основных прав человека. Если я не могу сказать, что я думаю, или, что еще хуже, если меня заставляют говорить то, с чем я не согласен, то тем самым наносится удар по первооснове прав человека, оскорбляется мое достоинство, меня унижают. Вначале свобода слова означала, что я могу говорить то, что хочу. Со временем два права возникли. Право на информацию и свобода выражения. Каждый имеет право говорить. Тут помещалась цензура. Коммунисты верили, что если запретить о чем-то говорить, то это перестает существовать. Если есть индекс цензуры, то человек уже не существует. Если они запретят писать о каком-то историческом событии, то изменят прошлое. А если объявят, что кибернетика или генетика – это буржуазные лженауки, то изменят природу и строение мира. Следует исключить какую-либо информацию о заболеваемости инфекционными заболеваниями в Польше, в том числе гриппом. Когда государство контролирует медиа, то, если и существовала свобода слова, возникает опасность, что власть ее ликвидирует и тем самым ликвидирует демократию. При тоталитарном режиме власти полностью контролируют все медиа, и крупные, и малые. Это одно из трех измерений власти. Политическая власть, экономическая власть и власть над информацией. Поуфне. Конфиденциально. Не пускаем информацию о так называемом чуде в местности Пётку. Создаваемый пропагандой шум был призван заглушить свободную жизнь. Навязывая определенные эталоны, пропаганда не допускала собственных мыслей, своего видения мира, своего языка для описания увиденного. Товарищ, нет никаких сомнений в том, что во имя осуществления великих задач мы говорим правду. Мы говорим правду, и сегодня мы должны открыто и честно об этом говорить, ничего не скрывая. Достоверность партии определяется первую очередь, ее эффективность. Издание ЦК, в расположенную поблизости цензуру, шла инструкция, что следует убрать. Но для борьбы со словом этого было недостаточно. Пришлось еще воспользоваться Уголовным кодексом. Согласно статье 270 Польского уголовного кодекса, лица, оскорбляющие, унижающие или насмехающиеся над государственным строем, подлежат тюремному заключению. На основании хорошо известной статьи об антисоветской агитации и пропаганде в тюрьмы попадали анекдотчики. Говорят, что именно они строили Беломор-канал. Из индексов цензуры. Конфиденциально. Из религиозных публикаций следует убрать какую-либо критику марксизма. Слово... В коммунистической действительности, как и во всякой тоталитарной действительности, слово вершило факты. Это, пожалуй, возврат к священному писанию. Слово определяло место человека в обществе. Оно определяло группу людей и весьма упрощенным образом четко разграничило добро и зло. Слово определяло все. Если было прилагательное социалистически, значит хорошо, плохо было все то, что было снабжено другим прилагательным, например, капиталистически или империалистически. Yeah!
Руководящее государством коммунистическая партия стремилась отрезать всю информацию извне. Она стремилась очистить пространство, в котором сможет распространять свои концепции и идеи. Именно поэтому работали заглушки, именно поэтому нельзя было подписываться на западные журналы. Западную прессу имели право читать только избранные, те, кому власти доверяли. Применялись и другие методы. Обучение иностранным языкам велось так, чтобы никто их не выучил. В некоторых странах, например, в Советском Союзе, ограничивались контакты с иностранцами. Индекс цензуры. Конфиденциально. По отношению к государствам, с которыми мы поддерживаем дипломатические отношения, не применять слов. Военная диктатура, горилла, военная хунта. Контролем внешней информации занимался в первую очередь аппарат безопасности с его специальными ячейками. В частности, существовали сыгравшие особое значение ячейки по заглушиванию западных радиостанций, вещающих на польском языке. По всей стране было установлено несколько десятков заглушек огромной мощности. Существовали договора о так называемом взаимном контроле эфира с Советским Союзом, Чехословакией и другими соцстранами. В Москве час ночи. Маяк передает информационный выпуск. Нынешний год стал первым для рейса по маршруту Петрозаводск-Астрахань-Петрозаводск лайнера Михаила Ломоносова, флагмана пассажирского флота Карелии. В увлекательном круизе по Волге. Пропаганда вкладывала новый смысл в старые слова. Таким образом, возникал эрзац-язык. Неофициально мы его называли новоязом. В коммунистической действительности свобода слова означала фактически нечто совсем иное. Аппарат безопасности играл ключевую роль в борьбе с так называемым распространением слухов. То есть с передачей людьми друг другу информации, услышанной по радио или просто сплетен. Пикантный, хотя и, несомненно, трагический пример. Почти половина всех арестованных в начале 50-х годов четвертым отделом, то есть отделом, который занимался контрразведкой и охраной промышленности, была посажена не за саботаж и диверсию, а именно за распространение слухов. Да здравствует 1 мая! Коммунистическая конституция обязывала нас быть бдительными по отношению к врагам народа и возлагала на нас обязанность хранить государственную тайну. Коммунизму был нужен враг. Нагнетение состояния внешней угрозы обосновывало зажим, отвлекало внимание от трудностей внутри страны, создавало алиби на засекречение всего, что только можно. В всех государствах есть тайна. Но при коммунизме тайной был список тайной информации. Это неприемлемо. Список тайной информации должен быть общедоступным и очень точным. Неприемлемы формулировки типа. Допускается засекречение информации, имеющей большое значение для интереса государства. По понятию государственный интерес легко вырождается, начинает означать интересы политиков и прикрывает их ошибки и безответственность. Рисунок будоражит общественное мнение, может нанести серьезный ущерб ПНР, что исчерпывает признаки состава преступления согласно параграфу 1 статьи 271 Уголовного кодекса.
Обязанность хранить государственную тайну вменяется должностным лицам, которые получили секретную информацию. Впрочем, им платят за молчание, но нельзя налагать эту обязанность на всех граждан. И неприемлемое положение Конституции, которая обязывает нас хранить тайну и быть бдительными. Проблема возникает тогда, когда неизвестно, что делать в критических ситуациях. Например, что делать чиновнику, который узнал о готовящемся на завтра армии перевороте. Я считаю, что он должен выявить эту информацию, и нельзя его наказывать. Если в газетах какой-то страны сплошная информация об успехах, то можно с уверенностью утверждать, что в этой стране нет свободы слова. По сути дела, право на информацию и свобода слова – две стороны одной и той же монеты. Если нет доступа к информации о происходящих вокруг событиях, прежде всего, к информации о том, что происходит в общественной жизни страны, на каком основании мне вообще формулировать мои взгляды? Гражданин, который не знает, что происходит, по сути дела, и не гражданин, а раб. Гражданин, который знает, что происходит вокруг, но ничего не имеет права сказать в двойном рабстве. Разумным и добре поинформованным. Право на информацию означает, в частности, право присматривать за тем, что делает власть. Я имею право знать, как принимаются важные для меня решения. Мне достаточно сказать, что решение было принято парламентами или другими властными структурами. Мне нужно знать, какие аргументы высказывались, какую позицию заняли те или иные политики. На этом основании я буду сознательно голосовать. Без этого нет демократии. Очень важно знать, что гражданину дозволено, а что не дозволено. Иначе говоря, гражданин должен знать, каковы будут последствия тех или иных действий, где пределы свободы. Мы переходим к свободному государству, в котором каждый имеет право делать то, что не запрещается законом. И все граждане должны знать, что запрещено, для того, чтобы знать, что все остальное уж дозволено. Легче править, когда медиа поддерживают политику. Ведь имидж, который создают медиа, влияет на избирателей. И понятно, почему власть пытается подчинить себе медиа. Именно поэтому так важно, чтобы законодательство страны гарантировало свободу обмена информацией. Если власти перехватят контроль средств массовой информации, то не устоят от соблазна ограничить свободу слова. А ограничение свободы слова всегда приводит к карикатурному искажению всех других прав и свобод. Учитывая необходимость обеспечения пожеланий, следует искоренять такие виды контакта с обществом. А с практики коммунизма, ведомо, коммунизм научил нас тому, чем чревата ситуация, в которой власти захватывают контроль средств массовой информации, телевидение, печать, радио. Результат таков, что во избежание общественного возбуждения даже о спортивном матче не всегда нас информировали. Opinii publicznie nie będą publikowane. No, to może brzmi jak żart, ale proszę pamiętać, Szutka. Że kiedy była katastrofa no, wspomnijcie. W Czernobylu, a Czernobyle my uznali pozdrze wszystkich gospodarstwa, które były совершенно nieprzygotowane do takiej opasności, utajowały informację od swoich obywateli. И если власти контролируют медиа, то под угрозой может оказаться наша жизнь.
Свобода высказывания – один из основных принципов демократии. Причем имеется в виду не только свобода высказываний, созвучных с мнением других, но означает свободу высказываний таких взглядов и убеждений, которые возмущают людей, кого-то обижают. Выбор формы демонстрации – одно из условий свободы высказывания, взглядов и убеждений. Свобода высказывания относится не только к словам, но и к музыке, скульптуре, даже к прическе или одежде. Тоталитаризм всегда на полном серьезе и совершенно лишен чувства юмора. В тоталитарном государстве не увидишь зданий типа проектированных Гауди в Барселоне или венского Гундерцвассера. Тоталитаризм стоил дворцы культуры. Право на информацию – часть свободы выражения взглядов и убеждений, под которой подразумевается свободный обмен информацией. Мы имеем право знать все то, что имеет какое-либо отношение к публичным делам, делам общественным. И в этом смысле право на информацию – обратная сторона свободы слова. Я имею право высказывать собственные взгляды и убеждения, и я имею право на получение информации. Это очень важное право. Вначале, в первый период становления свободы, оно недооценивалось. Сейчас, располагая печальным опытом работы цензуры и искажения информации, попытки властей оградить себя посредством засекречивания информации и контроля информации, мы понимаем, как все это важно. И в наших странах это, пожалуй, одна из наиболее насущных проблем. Человек, который решает стать политиком, выбирает опасную профессию, опасную для здоровья и хорошего самочувствия. Политик должен отдавать себе отчет в том, что ему может быть худо. Люди контролируют его поведение, критикуют. Это и есть демократия, и нечего тут возмущаться. Надо лишь только продумать, стоит ли. У критики лишь только одна преграда. Нельзя злоумеренно распускать тенденциозную и ложную информацию о политиках. Я лично считаю, что никаких других преград нет. Свобода слова означает ответственность. Злоупотребляя свободой слова, я наношу кому-то ущерб, и это подлежит наказанию. Но нельзя запретить говорить. Запрет говорить, ограничение свобод журналистов создают угрозу для всех прав и свобод, которыми пользуется каждый из нас.